Эрхатсасту алцугун бадрун кустете. Бире аскутсал кайнак фарстата ис назах кусек ма фустера гадам раз. Удун та доменц дзавгар материалун техникун фарасте. Растегил агротехникун амхот ма ахаст кунар сови, ватка вун зах кусек гадам ан сахазара донар хайткане анак хачи. Уйтахай фермерте арендатарте фанды сорен. Патса хадырды гесен эрлевга валзек ца ахосу цен вуй. Ацы фарстаты фадыл мах бахады дистем. Республикай президент Библты Анатолиме. Позапрошлом году был принят закон о льготном кредитовании малого и среднего предпринимательства, где смысловая нагрузка была акцентрирована на том, чтобы из собственных доходов государства не менее 2% этих доходов были выделены на льготное кредитование малого и среднего предпринимательства. Этот закон я подписал в конце прошлого года. И фактически с 1 января 2018 года этот закон работает. На данный момент идет проработка механизма реализации этого закона, то есть имеется в виду механизм выдачи этих кредитов. Абсолютно понятно, что они должны выдаваться через банк. К сожалению, у нас нету, допустим, как в Российской Федерации, Россельхозбанк, к сожалению. У нас есть два банка, это Национальный банк и Сберегательный банк. Сейчас рассматривается вопрос, чтобы эти финансовые средства направлялись именно через Сберегательный банк. И уже в ближайшее время, уже практически механизм выработан, создана рабочая группа заинтересованных министерств и ведомств, в том числе и банковских работников, которые буквально в ближайшее время разработают механизм, и уже в самое ближайшее время Министерство экономического развития уже будет определять, отбирать проекты и как бы давать рекомендации, какой бизнес-структуре его выдавать. Частный предприниматель это будет там. Будет ли это человек без образования юридического лица или юридическое лицо, будет это фермерское хозяйство или, может быть, какое-то другое коллективное хозяйство. В любом случае, эти кредиты уже в ближайшее время не должны, а начнут получать. Без сомнения, для нашего общества, для нашего государства, мы прекрасно понимаем, что приоритетным является все-таки сельское хозяйство. Это мы говорим все, везде и... Как бы сейчас пришло время, чтобы это не просто были слова, как бы сказанные там руководителем республики, там, может быть, на уровне министерств. Сейчас уже пришло время, чтобы конкретные шаги показать. Показать, что да, действительно, мы говорим о сельском хозяйстве, и вот у нас есть конкретные примеры помощи вот сельхозпроизводителю. Приоритет в выделении кредитов именно по этой программе, по программе помощи малому и среднему предпринимательству, приоритет будет отдаваться, без сомнения, сельскому хозяйству и, без сомнения, сельскому жителю. Я больше чем уверен, что будут разработаны механизмы, которые будут направлены на помощь сельскому жителю, то есть не обеспечивая, может быть, ту определенной суммой денег, не обеспечивая это, скажем так, какой-либо залоговым имуществом, не обеспечивая залоговым имуществом, чтобы он мог получить, сельский житель, чтобы мог получить определенные финансовые средства для того, чтобы развивать внутри села свое собственное поголовье скота или свое собственное хозяйство. Президент Манан Разырта Ленингор районы Орчосан Мэцинагары кауте захатат самай дон харан цауи. Эмэ бэнэ тон куса гадэмэн уа эмбалун фадатты захы кустэн. Хадзара донар хайдан уйты хайцэ проект райст эрцэт. Уйсэ хэсткэнэл куст кайцэвэ. Кайис эстэрны саняк уа Россия инвестицитан на республикай экономикэн мэ аграрун фадэгэн. Государственное взаимодействие, государственное участие в аграрном секторе республики обязательно и необходимо. И первым долгом это
должно быть в виде технической обеспеченности населения села. Как вы считаете? В любом случае, какие бы проблемы ни были, и какие проблемы не приходилось решать, и не приходится решать, они все упираются, мы прекрасно понимаем, финансовые средства. Ведь на самом деле, кто бы что ни говорил, мы не можем по приоритетности там ставить выше одно от другого. В плане развития, общего экономического развития, мы можем сказать, что сельское хозяйство, оно приоритетное. И никто это не будет отрицать. Но другие сферы, да, вроде бы напрямую не связанные с развитием сельского хозяйства, но в то же самое время обе этих проблемы, они напрямую связаны с финансовыми средствами. Допустим, те же дома, которые мы знаем с 2008 года, остаются разрушенными. Вопрос, что приоритетнее для нас? Деньги направить на то, чтобы отстроить дома, которые разрушены, или же деньги направить на развитие сельского хозяйства, или же поделить. В любом случае, если делим финансовые средства на те и другие сферы, хотя, еще раз говорю, там не только вот эти две сферы, но и другие, там развитие инфраструктуры там, и прочее. И, понимаете, приходится разрывать вот эти скудные бюджетные возможности, которые сегодня, к сожалению, в Южной Осетии, несмотря на то, что в прошлом году фактически мы нарастили бюджет, перешагнули миллиардный рубеж, и в этом году мы, конечно же, будем стремиться к тому, чтобы увеличить собственные доходы. Но все равно их, к сожалению, пока не хватит, чтобы мы закрыли все дыры, которые у нас есть. А дыра огромная в сельском хозяйстве, в развитии, да? Дыра огромная в восстановлении жилья, дыра огромная в восстановлении кровель, дыра огромная по развитию других секторов экономики, дыра огромная в обеспечении рабочих мест. Понимаете? И все это связано с тем, что вот сегодня, в эту секунду, там, в эту минуту мы должны все закрыть. Да. Я еще раз говорю, такого не может быть. Такого не может быть. И нету ни у кого той волшебной палочки, которая бы сумела там раз мановением вот этой палочки и все проблемы решить. К сожалению, нет у нас такого. Я понимаю, на сегодняшний день критика, которая адресована в адрес президента республики, там, правительства. Но есть критика такая понятная, на которую, конечно, необходимо реагировать и реагируем. Но есть критика, которая, она, скажем так, абсолютно никакой основы не имеет. Огульная критика, простая огульная критика. Если бы руководство Южной Осетии не хотело решить проблемы, то бы у нас бюджет был ровно столько, сколько он был в прошлые годы. Я имею в виду собственные доходы. И если уж мы повысили фактически на 30% бюджет республики, то это говорит, что мы хотим решать вопросы, связанные с и жильем, и развитием сельского хозяйства. Поэтому, что касается отдельно опять сельского хозяйства, вот мы планируем, вот вы говорили, растительных земель у нас около 4000 гектаров. Вот у нас есть такая идея, и я уверен, что мы его реализуем, это обеспечить орошаемость земель в Ленингорском районе, касающихся сел Цинагар, Ортюсан, значит, Абрев и вот в эту сторону. Там огромные площади, причем плодороднейших земель, причем, что самое главное, это люди, которые там живут, которые трудолюбивые, которым дай возможность, и они, наверное, перевернут все. Вот у нас сейчас вот такой план, вроде и проект разработан, администрация Ленингорского района этим занимается, мы этот план уже как бы переносим уже на плоскость решения
на плоскость решения, чтобы мы уже запланировали. Причем это, могу сказать, такой грандиозный план, чтобы мы из реки Меза сделали канал, сделали бассейн над населенным пунктом Арчусан, чтобы мы оттуда уже могли сделать разводки на вот эти наши земли. И получается, что мы дадим возможность населению Лениногорского района, именно тем, которые проживают в этих селах, еще раз говорю, Цинагар, Уртюсан и Апре, и у них будет возможность орошать земли и заниматься сельским хозяйством уже, можно сказать, в полную мощность. Это тоже один из тех амбициозных планов, которые есть у руководства Республики Южной Осетии, и мы его сделаем. Другие направления – развитие сельского хозяйства. На сегодняшний день Ростом готов брать мясо телятины. К сожалению, мы свинину мы пока не можем поставлять на российский рынок, но Россельхознадзор уже дал разрешение, внес в реестр предприятий наш Ростом, которые могут поставлять мясо на территорию Российской Федерации. Вот направление, пожалуйста, развития сельского хозяйства именно в плане животноводства. Если мы дадим возможность нашим фермерам развивать эту сферу, то, конечно же, это напрямую будет влиять и на развитие производства сельскохозяйственного, уже непосредственно товаров. И это тоже хорошо. С другой стороны, мы не можем полностью возложить весь груз развития того же сельского хозяйства на государство. Если не будет, значит, частных инвестиций, если не будем привлекать инвестиционные деньги. В плане инвестиционных денег, я уже то, что Ростом, это тоже инвестиционные, за инвестиционные деньги построены. То, что инвестиционные деньги, они направлены на развитие, значит, яблочных сортов. Мы знаем, что уже заложены сады яблочные. Это инвестпрограмма, которая помогает и реализует Российская Федерация. В частности, другие инвестпроекты тоже есть. И в этом году начнут работать по закладке тоже фруктовых садов уже в Цхинвальском районе. Довольно-таки большой объем. Я думаю, что около 200 гектаров будут заложены. И в этом плане, конечно, нам надо еще больше создавать условия для развития не только сельского хозяйства, но и других сфер. И я думаю, что серьезные шаги в этом направлении руководство все-таки делает. Зардмацет бенеттону в сирион культурате кондатата хайдер. Циран, уйзахта, народучи базарадуна хастата, алы хазарадунар хайден, фетсач дербана майн кайкаве, япайда амейхарсте, на республикай кондак материалом уаверте. На сегодняшний день мы все уже считаем деньги. Мы все считаем деньги. Если себестоимость, допустим, того же зерна, если себестоимость зерна здесь, на территории Республики Южная Осетия, допустим, условно, будет 10 рублей, а себестоимость зерна, допустим, которую мы можем поставить из Российской Федерации, допустим, со Ставропольского края, будет 3 рубля, что мы будем делать с этим зерном? Если мы из этого зерна за 10 рублей сделаем хлеб, то этот хлеб будет стоить, допустим, опять-таки условные цифры, но чтобы понятно было, этот хлеб будет стоить 20 рублей. Да? Если мы сделаем хлеб из того зерна, который привезли за 3 рубля себестоимость с поставкой до города Цхинвал, то этот хлеб будет стоить 10 рублей. Вот вы мне скажите, если мы это будем развивать, а мне завтра, как президенту, не скажут, а почему у нас хлеб 20 рублей? Что я могу им сказать? Потому что это наше зерно. Так любой скажет, а нам какая разница? Вы привезите за 3 рубля и сделайте нам хлеб по 10 рублей. То есть вот эти отношения уже хозяйствующих субъектов и отношения... Значит, выстраивание отношений на взаимовыгодности, их на сегодняшний день никто не отменит. Никто не отменит. Другое дело, если будут технологии, которые нам позволят, а это уже работа специалистов,
К специалистам я сейчас вернусь. Если эти специалисты нам покажут и расскажут, как мы можем сделать так, чтобы себестоимость того же зерна, выращенная на территории Республики Южная Осетия, будет хотя бы приблизительно такой, которая есть с учетом доставки этого зерна в Республику Южная Осетия, приблизительно одинаковой цены, тогда мы можем в плане того, что если будет разница там, в рубль там, или в 50 копеек, тогда мы можем сказать, послушайте, давайте потратим этот рубль, сделаем дотации для наших сельхозпроизводителей, но это будет наше зерно, наше село будет работать, наши люди будут работать, и как бы на это можно пойти. На это можно пойти. Тогда можно это сделать. Но когда это в 2-3 раза больше и дороже, тогда у нас нету таких финансовых средств, чтобы мы их направили на субсидирование разницы между привозным, скажем так, зерном и здесь выращенным зерном. Это очень тяжело будет, и мы просто разорвемся. У нас в казне не останется денег. Кадрты фарстеру проблему. Кау ног эвзыхт мэцэтэ специалисты, кэдун сарай гурэн бэстэй, аграрун фадыджи эндэх дуавар, сэндидзэн кэнэн хаят райсуй, ма бацарадуй, сэзонэн зинэтэ мэсэкару. А что касается специалистов, то посмотрите. У нас на сегодняшний день даже по квотам, которые там Российская Федерация выделяет, по квотам, которые не по квотам, а люди, которые поступают к нам в университет, куда они поступают? Экономический, юридический, МГУ, дипломаты там и прочее, прочее. И редко-редко, когда кто-нибудь скажет, что я хочу быть агрономом, я хочу изучить ситуацию в Республике Южная Осетия именно на научной основе в российском высшем учебном заведении, я хочу узнать, почему у нас земли пустуют. Нет. Лучше я буду юристом и 15 лет ждать работы и жаловаться. И жаловаться, что вот я закончил юридический факультет, экономический факультет, у меня есть высшее образование, вот мой диплом, и мне не предоставляют работу. Это легче всего, к сожалению. И фактически мы несколько лет тому назад уже заложили основу для того, чтобы у нас сегодня были проблемы. Проблемы с обеспечением работой вот этих наших дорогих специалистов. Нормально республикану и берцфадатте мефарастеней, самой помощи на хоссава алха зарадун фадаген, уйтахай бацархенкаве, самой бюджетме факкалунте мефиттунте цауи. Исходя из этого, помощь, которая необходима тем людям, которые разбираются в животноводстве там, или в молочном производстве, или в других направлениях, вот этим людям мы должны оказывать помощь. То есть они должны быть специалисты, которые придут, допустим, в Министерство экономического развития и скажут, вот у меня есть такой план. Да? По этому плану я, допустим, работаю там столько-то лет. Если у меня нет серьезных достижений, но хотя бы на уровне я стою. Вот, если бы вы помогли мне сделать вот это и вот это, я бы государству дал столько-то тонн мяса. К сожалению, опять-таки, мы не имеем тех возможностей, которые есть в Российской Федерации в помощь фермерам. Это и льготное кредитование, это и субсидирование у них есть. Именно, тем более в такой момент, как импортозамещение. В Российской Федерации есть такие возможности. У них есть такие возможности, потому что есть у них деньги. На сегодняшний день в Южной Осетии нет таких возможностей в полной мере, которые мы бы могли направить на стабилизацию и развитие вот этого сельского хозяйства. Но, еще раз подчеркиваю, те возможности, которые есть у государства, и это мы все-таки делаем, ведь первый раз вообще на сегодняшний день в Республике Южная Осетия выделены специально деньги на развитие малого и среднего предпринимательства, которое в свою очередь включает и фермерские хозяйства. Первый раз в жизни. Если в этом году это было, это 22 миллиона выделено, это 2%.
то в следующем году, я думаю, что это будет около 30 миллионов рублей. Если мы будем наращивать, вот те суммы, которые я озвучил на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, тогда уже наши предприниматели, конечно, воспрянут духом и скажут, да, есть возможность поработать, почему бы не поработать. Причем, еще раз подчеркиваю, для нас важнее было бы, чтобы этим пользовались, конечно же, сельхозпроизводители. Это гораздо важнее. Почему? Потому что в городе предприниматели, они все равно будут, скажем так, маленькие, но доход у них всегда будет. Да. А для сельского производителя это как говорят, кровь из носа очень нужна. Да. И, конечно, мы им будем помогать. Зырдмацыт ацылгы астыр алмы қайырласке стафт фусы әнәсәрфат проекты в сунцы әқсай фәрестені популисты ұдуын тәхей. Ну, во-первых, я глубоко убежден, что это была большая афера. Да. Что касается самого вот этого процесса, там, привоза. И люди пострадали тоже. Там, да, там были уголовные дела, я прекрасно знаю, помню, когда вот этим фермерам давали эту скотину, поголовье. И это поголовье по увеличенным массам этого крупного скота. То есть довольно-таки серьезно подставили вот эти фермерские хозяйства. Я помню это, я знаю это, я много говорил об этом и был против такого подхода. Был против того подхода, что раздавали всем подряд, а не тем хозяйствам, у которых уже были готовы и помещения для крупного рогатого скота, у которых были заготовлены корма для этого. Нет, они были розданы людям, у которых ничего не было. Я помню, потом правительство выделяло этим же людям еще 28 миллионов. Еще денежные средства для того, чтобы вот эти люди покупали, значит, корма. Чтобы ремонтировали какие-то, то есть это была афера, причем этой аферой воспользовались, конечно же, люди нечистоплотные из этих же фермеров, которые были. Многие взяли, приняли крупный рогатый скот, продали его сразу же и уехали с территории Республики Южная Осетия. Я к чему это говорю? Подход к этим фермерским хозяйствам, он не может быть одинаковый ко всем. Все-таки я считаю, что вот эти хозяйства, на которые были распределен вот этот крупный рогатый скот, каждого индивидуально надо проверить и каждого индивидуально оценить. Да. Почему? Он, получив крупный рогатый скот, не смог их содержать, куда он их дел, как получилось и по какой причине, если было падение этого крупного рогатого скота, почему это произошло, по чьей вине, почему не были предприняты меры, почему не были сделаны вакцины, почему на каждую эту голову не была заведена своя книга, которая должна быть на каждую голову крупного рогатого скота, когда сделана вакцина, какими болезнями болел, там сколько лет, вес, как он развивается и так далее, и так далее. Мы с вами понимаем, какая масса работы необходима для того, чтобы иметь и работать в фермерском хозяйстве. Почему это все не было сделано? Почему такое халатное отношение? Если было халатное отношение, то чье это халатное отношение было? Руководство там, сельского хозяйства, Министерство сельского хозяйства или непосредственно тех фермерских хозяйств, которые взяли людей непосредственно, которые взяли этот крупный рогатый скот. Это все надо разбираться. По всем фактам нарушения проводятся проверки по всем направлениям. Виновные все равно будут наказаны. В то же самое время мы не можем отрицать, что многие наши граждане привыкли к, как бы помягче сказать, привыкли к халяве. Простая халява. То есть я получаю кредит, который потом не выплачиваю, я получаю крупный рогатый скот, за который потом не отвечаю, я делаю там какое-то дело, или говорю, за которое не отвечаю. Ведь люди тоже к этому привыкли.
И самые главные критики, как раз те люди, которые являются реально халявщиками и были халявщиками до сих пор. Я прошу прощения за эту тавтологию и за это выражение, но по-другому я их просто не могу назвать. То есть те, которые этим занимались вчера сами, позавчера занимались этим сами, они сегодня недовольны, что мы так принципиально подходим к распределению вот этих финансовых средств, принципиально подходим к решению тех или иных проблем и не допускаем, чтобы вот эта вот так называемая халява еще была. Да. И в этом понимаю, и мы должны понять, что так жить невозможно. Не получится так жить. Вы можете ругать президента, вы можете, но если мы сами не будем меняться, то ничего не получится. Президент Библта Анатолий Кодемагеска хитсалды алкетсик ахцафтер комава хуссари рыстун адамы царды мэкусту аварте фахуздер кэнэнэ санмэ эздэхт. Все усилия направили на то, чтобы увеличить собственные доходы государства, чтобы реагировать на те вызовы, которые сегодня есть и в плане сельского хозяйства, и в плане домовладений, которые с 2008 года не сделаны, и в плане развития экономики в целом, и в плане улучшения социальных гарантий, которые должны быть у каждого жителя Республики Южной Осетии. Вот для этого мы все силы сосредоточили на этом. Я думаю, что это правильная дорога, необходимая дорога, которая обеспечит как раз условия для развития Республики Южной Осетии. И я уверен, что у нас это получится.